Так, дорогие друзья, мы остановились на том, что не можем сделать Бевел. Ну, я вам скажу так, у меня есть подозрение именно вот такого характера. Мы сейчас выделяем все точки, идем М, берем дистанция. Вот видите, он 16 вертикалей соединил где-то тут, хотя мы ничего такого криминального не делали. Теперь должно все получиться. Вот так. Теперь мы должны вот это. Ctrl-B. Ну вот и все. Видите. Нет, сначала мы не будем делать это двойное. English нам тоже не нужен. Дальше. Ctrl-B. Так, еще раз. Ctrl-B. Так, просто сделаем пока что. Потому что я чувствую, что нам нужно будет вот эти вещи подгонять. Допустим, G по Y, да? Вот сюда их подгонять надо будет. И здесь слишком большое расстояние. Сюда поставим, сюда еще. Так, одно дело мы сделали. Смотрим единичка. Смотрим теперь. Так, что здесь ушло? Пока не будем трогать, лучше потом все сразу. Скульптинги подтянуть. Сейчас у нас задача следующая. Сообразить, что делать с носом. Нос у нас находится вот тут, да? Тут ему и место, в общем. Поэтому мы сейчас с вами сделаем так. Ctrl-Shift-B. И потянем это дело вот так вот. Далее. Потянем эту штуку вверх. Это вот сюда. Создадим такой квадратик, да? Не знаю, получится, нет, здесь сделать такую штуку. Оптус, цикл. Нет, конечно, потому что здесь должен быть еще один, как минимум, перекресточек. Так, давайте попробуем его сделать. Вот отсюда я имею в виду. Если мы скажем К, вот, и доведем его до отсюда. Должен получиться. Так, вот теперь вот эти два полигончика мы их выберем. Так, мы можем сказать также, подождите,
Давайте мы скажем Mirror, мы с ним согласны, потому что уже время. Генси не согласен, вот тут что-то не то. Я говорю, мы его потом потянем. Mirror. Согласен с этим Mirror. Так, тогда в объект моде мы можем получить циркл. Нет? Не можем? Почему? Глянем сейчас. Ну все, 4 штуки тут. Странно. Должен получиться. А он не хочет. Свинья какая. Ну ладно, мы тогда сделаем и. Потянем ее. Смотрим сбоку. Так, и немножечко там говорим, немножко наверх поднимаем. Так, здесь говорим Ctrl-R-чик. Так. А здесь говорим Ctrl-B. Так. И, возможно, вот этот лишний. Сейчас мы посмотрим, если мы прибавим сюда сейчас subdivision, то мы видим, что очень тонкий нос получился. Неправильно, как у Буратино. Поэтому нет. Желательно вот так действительно проверять. Вот мы из этой сейчас потянем. Е. Тянем аккуратно. Смотрим сбоку. G. E, вернее. Вот так. Вот эту часть наверх. Так, по-моему, меня устроит. Теперь последнее, самое сложное, это рот. Чтобы он у нас удался. Это много зависит. Вот он хорошо находится прямо вот здесь, да? На этой. А здесь-то нет. Так, сейчас сделаем. Между ними я не могу провести, да? Дожились. Что опять? Опять выбираем все. М дистанции 0. Ну, значит, все нормально. Чуть еще надо, почему я не могу здесь провести? Жду этой, это. Тут вот она должна быть. Но она не хочет подчиняться. Вот это вот.
ребра. Теперь надо с этими ребрами поработать. В том плане, что сказать Ctrl-B. Расширить вот так. Далее взять в руки, поднять, вот, и использовать следующее еще, вот это, нет, сначала опять же ребра, вот это ребро, это и это. Так, сказать Ctrl-B. Вот так. Так, а эти два полигончика отправить вглубь. Глубь. Сначала немножко G, может быть, надо чуть-чуть. Вот так, да? По оси Y, конечно. А потом уже сказать E. Почему ты не хочешь звуку E работать? Вот сейчас он захотел, все нормально. Все, с головешкой покончено. Ну, в том плане, в моделировании, в плане моделирования покончено. Теперь нам нужна прическа, что тоже очень и очень, ребята, это будут. Ну, тут не надо, шею мы отдельно сделаем. Так, давайте смотреть сбоку и делать ее прозрачной. Видим, что у нас вот отсюда, вот до сюда. Так, тут два пути. Или сделать нашлепку такую и подгонять ее. Или вытащить из этого. Я больше склоняюсь к нашлепке какой-нибудь. Пока у нас Subdivision еще не сильно зачастил. Так, смотрим. Убираем это. Так, начинается вот отсюда, да? Взять тупо, сделать такую нашлепку, что ли? Потом ее управлять. Так, ну-ка. Сейчас попробую. Елки-палки. Тут проще все выбрать, а потом вот то, где не нужно, убрать. Смотрим. Да, вот это тоже.
Ну и здесь, да. Так, уберем. Так, уберем. Так, подождите, ребята, вы сейчас мешаетесь. Так, уберем. И так, наверное, уберем. Вот такая прическа. Почему у меня здесь еще не выделено? Ничего не потерял. Смотрим. Красная шапочка какая-то. Но давайте ее отделим. Скажем, Shift D. Вот он. Скажем, P. Selection. И скажем, что это Hare. Волосы по-немецки, конечно. Так, теперь выделяем. Вот так, выделяем. И что нам остается? Нам остается сделать следующее. Пойти вот сюда и сказать. Солидности нам хочется сказать. Допустим, вот такой солидности. Так. И мы можем сразу же сказать, что ребята, play. Вот так вот. Готовая прическа, кстати. Ух ты, а тут-то смотри, что мы сделали. Это-то надо убрать. Фейс. Вот. Хары. Теперь хары остались. Теперь мы говорим, что set 0. Здесь начинаю выдвигать вот так. О, Господи, теперь здесь выбили. А ну вот тут выбирали, поэтому так получилось, пробили насквозь. Так, ладно, теперь, значит, следующее делаем. Еще раз модифер солидный, здесь говорим 0. Здесь говорим поболее. Вот так. Что не совсем понимает. Вот здесь третий вот этот. Держи. Бывают, происходят такие странные вещи, за которыми фиг уследишь. Которые надо сразу же изничтожать. Если что-то заподозрили, здесь не должно быть три. Это говорит только о том, что у нее, если я не ошибаюсь, две лишние части. Так, еще раз напишем. Так. Вот они, да? И подгрузим ей модификатор subdivision. Ну, нет, не солидный. Так, вот видите, никаких двойных здесь нет. И не должно быть. Потому что это усложнит нам задачу. Ой-ой, как.
Кстати, то, что она вошла, в этом мне тоже не нравится. Слушай, вот здесь она все нормально, она не втыкается в нее, да? Сейчас еще раз. Солидность. Вот с этой стороны я повышаю вот так эту солидность. Никак иначе. Отлично. Ну что, по времени что у нас тут? 21 минута. Что я сейчас буду делать? Я сейчас возьму этот момент. Включу вот эту девушку. Начну ее подгонять так, как мне нужно. Для чего? С вами пойдем сейчас. В скульптмод. Так, может быть, голову надо убрать. И у нее... Смотрите, объект мод. Да, это она выделила хорошо объект мод. Вот. Сделать ремеш. Сейчас у меня Ctrl-R нажать, мы видим, что ремеш у нас, конечно, аховый. Ну, возьмем сначала грубый ремеш, вот этот 0.1, да? Скажем, ремеш. Да вы чё? Вы не знаете почему? Я вам скажу почему. Потому что солидность надо говорить о play. Только после этого он воспринимает это как объект. И мы можем сказать ремеш. Грубый пока ремеш. Вот такой. С которым мы можем, конечно, вот это с помощью уже линии побольше сделать. И сначала включить X. Сначала сделать необходимую нам прическу. Смотрим сбоку. Это здесь у нас, это здесь, это здесь, здесь. Там здесь надо вот так подвинуть, и это вот сюда. Да, где-то вот так, но... Получилось ушлепок такой. Ничего страшного. Сравниваем все эти углы, уголки. Получаем то, что нужно. Смотрим спереди. G. Вот так поправили. Какой здесь взять лучше? Скреб. Скребать тут. Тут. Так. Там разровнять чуток. Вот так вот.
Так будет хорошо, мне кажется. Смотрим. Понимаем, что немножко ушли. Делаем F поменьше и выдвигаем сюда, чтобы в ухо было золотуха. Тогда у нас все будет красиво. Хвост сделаем отдельно. Ну все, давайте закрываться.